Вологодские журналисты за победу! Журналисты за победу. Кульминацию масштабной акции, в ходе которой представители вологодских СМИ собирают журналистские материалы на военную тематику, обсудили в Вологде. Итогом проекта должен стать большой музыкальный концерт, который состоится на площади Революции 9 мая. Подробности смотрите далее. В концерте примут участие 17 как именитых, так и начинающих музыкальных коллективов города, работающих в различных жанрах – от оркестровой музыки до эстрады и рока. С каждым из них на сцену выйдут представители одного из СМИ региона, в том числе и журналисты информационного центра «Вологда-Портал». Вместе они исполнят одну из военных песен. Некоторые номера будут включать в себя хореографические постановки и театральные представления. Вести этот концерт будет один из известных российских актеров, чье имя организаторы пока держат в секрете. Масштабный музыкальный праздник начнется около 9 вечера и станет кульминационным моментом празднования Дня Победы, после которого последует большой салют. Репетиции выступлений начнутся в ближайшее время. Вместе с воспоминаниями в каждой семье живут эти песни. Это то, что нас сближает с этим большим событием. Эти песни, их поют, и наши дедушки пели, мы их поем, любим. Мы их поем просто за столом, когда нам хорошо, когда мы собираемся с родными и близкими. Для всех музыкантов это дело очень благое, хорошее, близкое и абсолютно понятное. Поэтому, я еще раз повторяю, участвуют все поколения вологодских современных музыкантов, начиная там от 20 и до плюс бесконечности. И это правильно, это хорошо. Егор Канавин, Михаил Протасов, Вологда-Портал. Вологодские журналисты за победу!